Итак, приветствую вас, дорогие друзья, приветствую подписчики на мой канал. В сегодняшнем видео я расскажу, как подать заявку на подключение к партнерке AIR, да? То есть, какие минимальные требования, сколько надо быть, ну, то есть, сколько должно быть подписчиков, сколько просмотров. То есть, просмотров должно быть 3000, это минимально, за весь период времени. И 100 подписчиков, это минимально. И также авторский контент. Также желательно, чтобы у вас был аватарка, да, скажем, на канале ваша. И шапка канала тоже должна соответствовать вашей тематике. Дальше, теги. Теги очень важно тоже. Теги, чтобы у вас были именно по тематике. Не так, чтобы все в разброс, скажем так. Потому что сейчас медиасети, да, то есть они очень внимательно проверяют каналы. Поэтому будьте внимательны. Если вы хотите просто подключиться, то вы должны все зависеть от себя сделать и просто подать заявку. Что еще добавить? В принципе, как подать, заходите, вот моя группа ВКонтакте, да, то есть зарабатываю на Ютубе, партнерка YouTube Air. Здесь есть реферальная ссылка, нажимаете, например, сюда. После чего также вы смотрите, что вы прошли по моей реферальной ссылке. Напомню, если вы хотите, чтобы я вам помогал, да, в продвижении, во всех, то есть подсказки, как, то есть во всем, переходите по моей реферальной ссылке. Если у вас не хватает немного просмотров, подписчиков, я постараюсь вам помочь. Ну, не так, что у вас 0 просмотров, там 0 подписчиков, и помоги мне, как бы это неправильно. Если немного не хватает, я вам помогу. Вот, то есть вот такая ситуация. Дальше, что вы делаете? Зашли по реферальной ссылке, нажимаете «Выбрать YouTube канал». Далее «Разрешить». И заполняем, то есть имя, например, имя, например, можете, в принципе, свое. Если ваш канал называется там по имени, фамилии ваш, то подаете заявку так. Например, там, например, вот так. Там дату свою, да, то есть 21, например, 04-1986, ну, или 88, да. Здесь почту, вашу рабочую почту. Здесь скайп ваш, да, у вас должен быть скайп. Потому что они могут с вами связаться, либо вам нужно будет связаться с ними. Поэтому очень важно. Здесь ваш рабочий телефон. Далее нажимаете «Выбрать» и «Подать заявку». Все, в принципе, это весь процесс процедуры. После чего у вас будет написано, ваша заявка будет рассмотрена, и в течение 2 там, рабочих дней вам придет ответ на почту. Вот, поэтому, если вы там подаете заявку в пятницу, в четверг, в субботу, воскресенье, они бывают нерабочие дни, поэтому может заявка прийти в понедельник, во вторник вам может прийти ответ. Вот такая вот, ребята, ситуация. Поэтому, если вы хотите подключиться, реферальная ссылка будет под этим видеороликом. На этом все. С вами был я, Мустафа Муртазаев. Если это видео было для вас полезным, ставим мне нравится, подписываемся на мой канал. Всем пока, удачи! Всем пока, друзья. Пока.